Ура. Так, ну давайте начнем. Кто присоединится, кто присоединится? Оля, так, я никого не вижу. Почему-то у меня такой режим. Если что, мигайте. Чат хотя бы включу, чтобы было видно вашу реакцию. Так что в чате можете писать. Чат я открыла, чтобы была какая-то обратная связь. Давайте познакомимся. Меня зовут Татьяна Чендясова. Это я на фотографии. Сегодня мы с вами рассмотрим, как зарабатывать из любой точки мира. И давайте поехали потихоньку. Кто присоединяется, звук отключаем, чтобы никому не мешать. И кушать не со всеми участниками Zoom. Так, ну что, у меня не листает. Давайте посмотрим, как, почему он у меня не листает. Я, наверное... Так. Так, вот так листать. Отлично. Давайте буквально пару слов о себе. Мне 38 лет, мама четверых детей, 4 мотивашки у меня. По образованию инженер-технолог, в предпринимательстве я с 2010 года. В принципе, как наемный сотрудник работала только в студенческие годы, больше не работала. Потому что после рождения двух детей было принято решение, что хочется присутствовать на всех ярких событиях с детьми. И поэтому мы стали развиваться именно как предприниматели. Именно по этому направлению стала лучшим предпринимателем Чувашской республики. Потом также стала смотреть, что потихоньку все... куда-то идут, что-то начинают заниматься именно через интернет, стала тоже рассматривать, прошла курсы по интернет-магазинам и была куратором 3 потоков, более 80 учеников. То есть тема эта мне очень даже близка и зашла. Так, как у нас тут листать-то? О, пошло. Так, теперь у меня к вам вопрос. Открою чат. Пишите, какая сумма вас вот реально будоражит, какая сумма вас ведет к тому, чтобы вы хотели развиваться и реально работать. Пишите, какая сумма вас привела к тому, что вы хотите зарабатывать либо дополнительно, либо совмещая с основной. Какая сумма вас реально мотивирует? Пишите. Пока вы пишете, я немножко дам вам подсказку. Это, может быть, сейчас вы не успеете, но тем не менее, возьмите блокнотик, и пока я говорю, вы, может быть, вспомните, что вы реально хотите и сколько стоят ваши желания. Пишите. Ребят, не вижу, как отключать, поэтому давайте сами отключайте звук, чтобы я на вас не отвлекалась. Давайте уважать друг друга, поэтому звук отключаем. Пропишите, сколько вам реально надо, какая сумма вас будет мотивировать и какая сумма, если вы ее будете получать, хватит этой суммы на ваши цели. Пишите, потихоньку составляйте, пока идет как раз презентация. Потом к этому вопросу мы с вами вернемся. Так, давайте посчитаем вместе с вами. В среднем, вот у нас, по крайней мере, я сама из Чувашской республики, у нас в среднем зарплата 20 тысяч рублей. Если получать 20 тысяч рублей каждый месяц в течение 30 лет самого такого активной деятельности, мы можем заработать в среднем 7 миллионов рублей. Возвращаясь к своему списку целей, можно посмотреть, что можно купить на 7 миллионов. И стоит ли рассмотреть еще какой-нибудь вид деятельности, если не хватает этой суммы.
Если зарплата, допустим, 50 тысяч рублей, то есть есть какой-то статус, ну, то есть зарплата, если побольше, то это где-то уже 18 миллионов рублей, это немножко больше возможностей, но опять же, это та сумма, которую мы представим, что мы ничего не едим, мы не кушаем, мы только вот собираем деньги на наши цели. Поэтому самое, даже вот большинство людей, которые получают зарплату 20-50 тысяч рублей, это буквально для того, чтобы хватило... Ну, реально, чтобы на хлебушка, чтобы так вот жить обычной жизнью. Если мы хотим жить достойной жизнью, то, естественно, наша задача увеличивать доходы. Поэтому мы сегодня здесь и собрались для того, чтобы рассмотреть, как же можно зарабатывать от 100 тысяч рублей. Потому что, в принципе, 30-50-100 тысяч рублей можно найти работу, обычную работу, где мы работаем, пока работаем, мы зарабатываем, да, а наша задача выйти на, именно на достойный доход, на тот доход, который позволит исполнять наши мечты. Самая простая и доступная сейчас система – это работа через интернет. Сейчас реально никого не удивишь, что можно зарабатывать через интернет. И как показал 2020 год, что форс-мажорные, да, обстоятельства, что это и надежно, то, что есть и бесконтактные различные доставки. То есть люди начали доверять, что можно не только пользоваться интернетом, как играми, да, можно на этом и зарабатывать. И потом это реально очень удобно, потому что это экономит наше время, мы выбрали, что захотели, и нам пришла доставка. В чем же схема, разница между традиционной схемой и схемой продвижения через интернет? Здесь даже вот по картинкам, да, видно, что схема через то, что покупатель приходит в розницу, он, естественно, чтобы получить товар, он этого не видит, да, как товар к нему идет. Это не написано этикетки, что прошел там крупный опт, средний опт, мелкий опт, но тем не менее наценка говорит о том, что на товар есть наценка, потому что каждый, и крупный оптовик, и средний оптовик, они все хотят кушать. И за это платит обычный покупатель. И сейчас в наше время очень простая схема. Это непосредственно с завода. Мы можем с вами покупать качественный продукт. Во-первых, даже вот простой пример. Простой пример, если мы... получаем новость от первоисточника, эта новость, она достоверная. Если мы получаем эту информацию через несколько рук, то есть через Машу, через Сашу, через Наташу, да, то есть вероятность, что эта новость обрастает какими-то дополнительными новостями. Поэтому и здесь также по схеме, где есть вероятность, что когда мы получаем продукт через розницу, через крупный опт, средний опт, не получилось так, что где-то произошла смена и может быть фальсификация. Если товар приходит непосредственно с завода, с качественного, сертифицированного, да, то есть мы уверены в том, что действительно это качественный продукт. Итак, смотрите, со схемой мы разобрались. И ставим дальше. Так, я... Сегодня я вам покажу такую вот схему, как можно заработать 100 тысяч рублей именно через интернет. Представьте любую онлайн-площадку, которая вам доступна, на которую вы когда-либо что-то для себя наверняка покупали. С кем общаюсь, если даже никогда ничто не покупали, как оказывается, через Алиэкспресс многие так или иначе себе покупали. Это есть онлайн-площадка, крупная онлайн-площадка, где огромнейший ассортимент. И представьте, на этой площадке вы можете создать филиалы с товарооборотом. Если вы создаете три филиала с товарооборотом от 300 тысяч рублей, у вас будет доход тот самый 100 тысяч рублей. Давайте посмотрим, кому это выгодно и именно в каких отношениях. Смотрите, в трех филиалах создался товарооборот, это на онлайн-площадке создался товарооборот 900 тысяч рублей. Самому производителю это выгодно, потому что вы создали такой товарооборот. И компания, получая вот эту сумму 900 тысяч рублей, она в среднем возвращает 30,
32%, ну, где-то в среднем 30%. Как идет распределение? Во-первых, самому организатору, который организовал как раз вот этот товарооборот, идет больший процент, и то есть он получает где-то в среднем 100 тысяч рублей. Каждый директор филиала, который, в котором как раз организовался такой товарооборот, он получает 30 тысяч рублей, то есть по 30 распределили. Далее где-то 100 тысяч рублей распределяется между менеджерами. Более подробно, какие проценты мы разбираем маркетинг-плане, но вот здесь, вот, мне кажется, все очень наглядно и понятно, как распределяются именно суммы и куда идут конкретно деньги. То есть в каждом филиале директор получает, организатор получает и менеджер получает. И производителю тоже выгодно. Всем, в принципе, выгодно. Теперь давайте посмотрим, как это все-таки реализовать. Начнем с первого филиала. Наша задача – создать в нем товарооборот 300 тысяч рублей. Так как мы сотрудничаем с более чем 60 странами, у каждого своя единица, поэтому здесь принята бальная система, просто баллы. В среднем у нас в России 35-50 рублей – это 1 балл. Соответственно, наша задача – создать такой товарооборот в филиале, чтобы директор филиала получал 30 тысяч рублей. Это в среднем 300 тысяч. Создать можно по-разному. То есть мы понимаем, что каждый покупатель, который приходит в магазин, он уходит с разной корзиной. Да? Есть корзины маленькие, есть корзины побольше. И здесь вот как раз написано, что если в этот магазин будут приходить люди, которые будут буквально покупать для себя шампунь, кондиционер, это 8 баллов, да, это вот самая такая маленькая корзинка, то в этот магазин должно заглянуть где-то 1000 человек. Оптимально где-то в среднем 50-100 человек, и в реальности будет. Один филиал – это где-то 100-150 человек. Но если там будут в основном такие партнеры, которые готовы и хотят развивать, это где-то 50 человек. Такая сумма. Теперь давайте разберем, откуда брать столько людей. Большинство думают, что ну, где найти, создать такой поток. Здесь надо учитывать именно принцип Рокфеллера. Не просто так, да, он стал миллионером, и как раз он и говорил, что я предпочел бы получать доход от 1% усилий 100 человек, чем от 100% своих собственных усилий. То есть наша задача, чтобы 100% делали 100 человек под 1%. То есть смотрите, создается филиал, в который приглашаем мы партнеров и покупателей. Кто-то приходит для себя, покупает самое необходимое. Кто-то приходит и не просто покупает, а на этом хотят зарабатывать. И все, кто приходит в этот филиал, для организатора с этого товарооборота идут проценты. Андрей, как именно что делается? Мы как раз это будем на обучение проходить. Здесь важно сейчас просто понять, откуда и как берутся деньги. Поэтому здесь, как вот это все строится, вот давайте теперь я хотела спросить, как мясо порезать. Ну, такими дольками или помельче? Так, мы помидорки все не будем кушать. Давайте вы плюсики поставьте, кто, как вы думаете, в вашем окружении так серьезно относится к бизнесу, к созданию филиалов и как раз как будет организовывать. Много ли из вашего окружения так работают? Ставьте плюсики, если много, если нет, то нолик ставьте. Девочки, я не знаю, как отключить, у меня все убралось, поэтому сами звук отключайте, пожалуйста. Включено у Лены и Натальи Сурковой. Девочки, отключите звук, уважайте спикера. У меня связь свернулась, я не знаю. Так вот, девочки, если в нашем окружении не так много людей, которые готовы так организовывать, соответственно, у нас огромные перспективы роста. То есть это нельзя говорить, что везде и все так занимаются. Реально у нас огромные, просто огромные возможности. Поэтому давайте рассмотрим наши преимущества. Мы сотрудничаем с компанией Oriflame. Это реально очень крутой партнер. Как я уже говорила, у меня был опыт более 3 лет. Это работы с интернет-магазинами, создание с нуля. Когда есть такой опыт, то те преимущества, которые я сейчас назову, это они особенно видны.
У меня были ученики более 80, такая статистика, что более 50% отсеиваются ученики на первой стадии выбора именно ниши. Более 50%. Причем курсы по интернет-магазинам, они стоят не дешево, так скажем, около 20 тысяч рублей. И просто представьте, люди заплатили за этот курс, и 50% не прошли даже на третий урок. Почему? Просто потому, что они не выбрали нишу. Потому что выбрать просто так нишу, не так это просто. Все простое, очевидное люди не рассматривают. То есть товары первой необходимости не все рассматривают, потому что кажется, ну все этим заняты. А тем не менее, если у нас закончится шампунь, долго ли мы будем ходить с грязной головой? Если у нас заканчивается зубная паста, как мы долго можем ходить, не почистив зубы? Наверняка, как только заканчивается тюбик, мы идем в магазин и идем за покупкой. Это и есть товары первой необходимости. Не просто так, в годы войны самый дорогой подарок был мыло. Это еще не вся уникальность. Уникальность еще в том, что этот продукт имеет свойство заканчиваться, соответственно, люди приходят снова и снова. А наш партнер, компания Oriflame, сотрудничает просто с крутыми маркетологами, которые придумывают различные классные такие акции, которые побуждают покупателей приходить снова и снова. Например, сейчас компания вложила более 67 миллионов рублей просто за то, что за покупку каждый покупатель может выиграть от 1000 до 100 тысяч рублей. Это реально очень круто. И обычный предприниматель такие вложения себе не может позволить, поверьте. Вот просто представьте, вы начинаете какое-то дело, от силы вы можете, я не знаю, там взять кредит, и вам банк даст 3, 5, 10 миллионов рублей. Какой банк вам даст вложить в свой бизнес 67 миллионов? Сами понимаете, что такие именно акции может сделать компания, именно компания-миллиардер. И вот как раз второе преимущество – это надежность. И когда чем больше я вот как раз вспоминала, что здесь можно в разделе надежности сказать, тем больше меня это вдохновляет. Во-первых, реально очень крутая логистика у компании. Если никогда никто не работал с транспортной компанией, как предприниматель, может это не заметить. Но я работала, и было такое, что транспортная компания могла возить продукт недели две и не довозить до покупателя. И возврат, весь этот возврат я занималась сама. А здесь, если вдруг у покупателя откололась какая-нибудь бутылочка или еще что-то произошло, он придет в пункт выдачи и поменяет продукт, вы даже об этом не узнаете. Это реально очень круто. И компания сотрудничает более чем 60 странами и уже более 54 лет. И если кто-то из вашего окружения, знакомые, да, скажет, что ну что такое вот Oriflame, да, вот только буквально сегодня рассказывал, с одной женщиной разговаривал. Поэтому вспоминаем на одну руку, просто даже при разговоре мы кладем все то, что человек сомневается, да, не зная факты. И с другой стороны, просто взвешиваем 60 стран и 54 года. Согласитесь, столько времени и столько людей не могут ошибаться. И о том, что столько людей, народу доверяет этой компании, это говорит о надежности. А в наше нестабильное время сейчас это реально очень классное преимущество. Кроме этого, есть еще третье – это официальные выплаты. Быть может, кто-то до сих пор за какие-то серые схемы, но, как показывает практика, если где-то вам могут выдавать там на Яндекс.Кошельке или еще как-то, то если грянет какой-то кризис, все эти серые схемы, они просто рухнут. А если компания официально все ведет перечисления, то вы можете 100% уверены, что все то, что вы заработали, вы получите. И даже тот факт, что так или иначе были путешествия отменены с форс-мажорных обстоятельств в мире, а не по вине компании. Компания эти путешествия выплатила каждому, кто проходил эту квалификацию. Это реально может позволить себе компания, которая уже не первый год на рынке. Четвертое преимущество – это, я, честно скажу, не сразу обратила на это внимание, потому что первое впечатление, ну вот какое у вас впечатление? По наследству. Это значит, ну как бы, когда меня не станет, это дело перейдет кому-то. То есть такое вот первое впечатление, да? Но потом, когда я уже послушала факты, да, узнала опыт лидеров и увидела здесь огромное, ну просто огромное преимущество, что можно даже поставить мне, как маме четверых детей, на первое место. –
Почему? Каждый филиал, который вы создаете и выводите на хороший товарооборот, ну, от 100 тысяч как минимум, вы можете подарить своему ребенку. Соответственно, у меня старшему сыну 15 лет, к 18 годам, вот это у меня цель, создать такой филиал, чтобы можно было подарить не просто дисконт, на тебе дисконт, сына, иди сходи в Орифлейм, купи себе шампуньку, да, здесь именно дарится серьезное дело, и каждый месяц я буду уверена, что у моего сына будут идти выплаты, с этого же уровня он уже может получить автобонус, выбрать первый автомобиль, и также путешествовать. Это реально очень круто. То есть представьте, на какой, если бы, даже вот так вот, представьте, если бы ваши родители лет 15 назад начали сотрудничество с компанией Reclaim, и вам бы сейчас уже дали вот такой бизнес, где у вас стабильно приходили доходы, ну, как минимум 100 тысяч рублей. Было бы же круто. Если так мы пришли и нет такой возможности, наша задача сделать это для наших детей. Если кто-то из присутствующих еще не имеет детей, то это просто стимул того, чтобы здесь работать. Потому что любая другая работа, где бы вы ни работали, вы ее не можете подарить своему сыну, своей дочери. А вот здесь вы реально можете оформить номер на ребенка, на одного, на второго, на третьего. Это реально меня вот вдохновляет. Ставьте плюсики, если вас тоже вдохновляет. Поэтому здесь речь идет не о разовых доходах, то есть где-нибудь там срубить 100 тысяч рублей и заняться каким-то другим делом. Да? Здесь именно качественная работа с постоянным источником дохода. Как правильно говорят, это те филиалы, которые приносят такой доход, который приносит обычно аренда там, квартир, просто квартиры мы купить не можем, можем, а найти время создать филиалы, мы это с вами все можем сделать. Итак, резюмирую, но еще не все, чтобы как-то отложилось. В чем же смысл бизнеса? Неважно, какая организация, услуги или товары, важно создать прибыль. И наша задача здесь не просто воду мутить, а именно организовывать товарообороты. И не просто организовывать товарообороты, а организовывать товарообороты в филиалах, которые будут самодостаточны и которые могут повторить все наши действия, которые мы сделали. Что для этого нужно делать? Конечно же, нужно, во-первых, вникать, обучать. И самое главное – это создавать поток как покупателей, так и партнеров. Поток – это жизнь. Поэтому здесь наша задача также создать жизнь в наших филиалах. Откуда берутся деньги? Деньги уже заложены в продукте. Соответственно, чем больше мы создаем товарооборот, тем больше от этого мы получаем проценты. Кто будет помогать? Каждый партнер, который вас пригласил, либо выше, заинтересованы в вашем успехе. Только через успех своих партнеров у каждого будет также идти успешные дела. Поэтому каждый заинтересован, чисто даже по маркетингу, в том, чтобы помогать. Что получится в результате? А вот здесь уже возвращаемся, с чего начали, к своему блокнотику. Какие ваши хотелки и сколько стоят ваши хотелки. В результате действий вы здесь можете, в принципе, осуществить все хотелки. Если 100 тысяч не хватает на ваши хотелки раз в месяц, соответственно, создаете 6 филиалов и получаете 200 тысяч рублей. Если этого тоже не хватает, просто создаете уже по готовой системе новые филиалы. И теперь давайте мы посмотрим реально вот на практике, что вы можете уже сделать сейчас. Если есть новички сегодня, как можно сделать директора за 7 дней? Смотрите, компания дает реально очень крутую возможность. Как только вы оформляете подписку в компании, компания за 7 дней, вам эта подписка стоит 99 рублей, если вы покупаете, совершаете покупку любую. Если вы покупаете, совершаете покупку на 2300 рублей, ваш заказ автоматом участвует в розыгрыше. То есть здесь вы уже можете выиграть как 1000, как 10 тысяч, как 100 тысяч рублей. И кроме этого, вам еще 500 рублей вернется в следующем заказе. И это еще не все. Если вы расскажете своим знакомым о том, что в компании Oriflame раздают деньги, и они придут также за покупками сюда, а не в какой-то другой магазин, вам за каждого приглашенного дадут 250 рублей. А за их покупки вы можете потом эти баллы набранные, да, обменять на современную технику стоимостью, кстати, 31 тысяча рублей. А вы можете получить буквально за 1 рубль. Кроме этого, можно собрать
эко-посуду. Кто вот не любит пластиковую, пожалуйста, эко-посуду. И куча подарков, еще и стартовая программа и так далее. То есть здесь видно, вот шведы, они реально очень щедрые. Здесь можно помимо денег собрать кучу подарков и денежные призы. Самое главное, вы запомните вот такую простую схему. Вы сами пришли. Если вы пришли с нулем, то с нулем как бы уйдете, да. Задача, когда мы что-то начинаем, надо протестировать этот товар. Когда я начинала открывать интернет-магазины свои собственные с нуля, естественно, я продукт не знала, я должна его пощупать. У меня были на тот момент такие трендовые тренажеры «Скандинавская ходьба». Сейчас все уже ходят, никого не удивишь. Но я сама не знала, как он действует, то есть как его система. Естественно, чтобы понять, сфотографировать, составить отзыв, написать сайт, я должна была получить этот товар. Я заказала, сфотографировала, мама у меня сделала качественный такой отзыв. Вот, и я поняла, что за товар у меня есть. Здесь все то же самое. Вы приходите, задача научиться здесь мыться и зарабатывать, потому что так или иначе мы с вами моемся, но обычно в обычных магазинах, но на этом не зарабатываем. Здесь задача выбрать свой шампунь, подходящий именно для ваших волос, найти зубную пасту, которая вам комфортная, то есть протестировать продукт, именно тот, который вам нравится, и начните вот именно заказы на 2300. Если у вас этих денег нет, значит, тем более вам нужно начать здесь зарабатывать. И смотрите, какая маленькая схемка, которую запомните. Если вы приходите сами и здесь знакомитесь с продуктом, приглашаете других людей, ваша задача также, чтобы те трое, которых вы пригласили, они также познакомились с этим продуктом. Вы пришли, познакомились с продуктом, пригласили троих, которые будут также участвовать, может быть, выиграют, вы дадите счастье этим знакомым. Трое, один трое, вот такая схема, да, и переворачиваем. И смотрите, здесь уже чисто математически посчитаем. Вы пришли всего, сделали заказ на 50 баллов. Ваши трое человек тоже пришли, повторили ваши действия и сделали заказ на 50 баллов. Они, в свою очередь, тоже хотят из своего окружения, чтобы их знакомые не только мылись, но и зарабатывали, и выигрывали, сделали те же самые действия, то есть ничего сверхъестественного. 2000, в принципе, та сумма, на которую, так или иначе, если мы вот прям доходы-расходы, если вы ведете, вы увидите, что на эту сумму вы где-то отовариваетесь, только незаметно. Сегодня шампунь положили в корзину, завтра зубную пасту. Но если все сложить, в принципе, ну, наша семья однозначно, конечно, больше. На 2000 мы закупаемся. Только где? Задача научиться здесь закупаться. И уже у вас будет 6%. Что это 6%? Вот у вас будет в дальнейшем дополнительная скидка. Отдельно будете изучать, откуда берутся маркетинг-план компании. Все это увидите. Здесь главное понять схему. Эта схема говорит о том, что если вы делаете 100% сами, это сложно. А если вот эти 100% делают 100 человек по 1%, вот по 50 баллов, то это реально наглядно, что это просто. Три человека пришли, сделали уже тоже уже 150 баллов получилось. 9 человек пришли по 50 баллов, это 450. 27 – это 1350. То есть, смотрите, у нас уже практически бальность директорского филиала. Практически. Причем, что вы только сами разобрались, познакомились с онлайн-площадкой, сделали самый тестовый заказ на 50 баллов, быть может, уже выиграли 100 тысяч рублей, пригласили троих, которые также участвуют в розыгрыше от компании, и те трое, которых вы пригласили, они просто повторили ваши действия. А теперь представьте, что вы пригласили не троих, а всего на трое больше, шестерых, то уже те же действия, но от ваших шестерых приглашенных дают даже больше, чем директорскую структуру, более 13 тысяч баллов. Просто вам проще следить за тем, чтобы выбрать заказ, и вам проще следить за тем, что вы пригласили троих, и они сделали 50 баллов. Вот такая магия цифр, если следовать только им, то как раз вот этот принцип Рокфеллера, он здесь очень и очень круто работает. Поэтому первый вопрос, конечно, а если у меня не получится? Это всегда вот такой вопрос.
Как минимум, вы можете здесь остаться умным покупателем. Что это такое? У вас будет 20% скидка даже от красной цены. То есть меня очень часто переспрашивают, то есть от красной цены скидка? Да, от красной цены у каждого, у кого есть личный кабинет. И если опять же здесь посчитать, то это 200 рублей. Экономия 1000 рублей не так заметно, то есть многим, ой, это незаметно, это доставка, это еще что-то. Во-первых, за доставку всегда можно выбрать товар у нас, и может, чтобы доставка была бесплатная. За 50 лет сумма уже накапывает 120 тысяч рублей. Так или иначе, вы все равно 50 лет где-то это будете покупать. Поэтому приглашаем стать даже просто умным покупателем. Но это еще не все. Бывает такое, что человек думает, ну, потом возвращается, да, в компанию Oriflame. Сначала думает, потом уходит, потом снова приходит. И за то время, пока он уходит, он все равно где-то покупает товар первой необходимости. То есть где-то мы все равно отовариваемся. И где-то мы эти деньги оставляем. Может быть, в магните, может быть, еще где-то. И, то есть если даже по 1000 рублей вы моетесь, за 50 лет вы намоетесь на 600 тысяч рублей. Вы просто представьте, вы эти деньги можете инвестировать, быть может, в тот проект, которым займутся ваши дети. Просто вот вдумайтесь в эти цифры, да. То есть даже пока вы думаете и не решаетесь, получится, не получится, даже просто быть покупателем в своем интернет-магазине, это уже выгодно. Если вы думаете, что не дойдете до 100 тысяч рублей еще до какой-то суммы, медленно, но верно, до 20 тысяч, я думаю, каждый дойдет. И даже здесь уже ваша выгода, потому что у нас здесь 17 выплат в году, 17 каталогов, соответственно, компания 17 раз выплачивает стабильно каждый третий четверг. И здесь уже будет на 5 зарплат больше. А это те самые 100 тысяч рублей. Уже выгодно, вы просто представьте, в год получать на 100 тысяч рублей больше. Вот эти цифры, они реально очень наглядно показывают, что даже если вы не решаетесь, получится ли у вас быстрые действия или медленные действия, они как раз вот все показывают. Итак, смотрите, что надо делать. Первое – это оформлять подписку. Просто написать тому человеку, который вас пригласил на презентацию. Получить доступ ко всем нашим онлайн-ресурсам, обязательно изучить стартовую программу и выбрать тот вид сотрудничества, который вы сейчас для себя понимаете. То есть это либо быть умным покупателем и экономить деньги, либо, быть может, вам нужны вот срочно деньги, быстрые деньги. Это у нас через онлайн-чаты. Через бьюти-чаты можно зарабатывать как 5, 10, 15 тысяч рублей. Девочки также покажут и научат. Или организатор – это как раз где можно зарабатывать 30, 50, 100 тысяч рублей. Если выбираете последнее, то задача уже сегодня написать как минимум 3-6 знакомым и пригласить на презентацию. Либо, если, допустим, на презентацию неудобно, всегда можно пригласить на звонок к своему другу, к наставнику, который, в принципе, по телефону всю эту информацию расскажет. Именно вот такие действия, они приведут к успешному старту. То есть если вы двигаетесь, если вы совершаете действия, это приведет к результату. Вот все у меня на сегодня. Всем благодарю. Теперь пишите, пожалуйста, в блокнотике наверняка цели поставили, какие все-таки, какая зарплата вас мотивирует на действие пригласить как минимум 3-6 партнеров и самим сделать первичный заказ на 50 баллов. Пишите. Так, я пока нахожу, где у нас останавливается. Пишите обратную связь, какая сумма вас все-таки мотивирует какие-либо действия сделать. Нет, это не то.